Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой Константином. И вот Ливерпуль. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Мохаммед Сала. Номер 9, Роберто Фермино. И номер 10, Садио Мане. Состав команды гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой Константином. И вот Ливерпуль. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Номер 11, Мохаммед Сала. Номер 9, Роберто Фермино. И номер 10, Садио Мане. Состав команды гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Добрый день, уважаемые зрители. Мы сегодня на трибуне стадиона Anfield Road вместе с моим коллегой Константином. И вот Ливерпуль. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Номер 11, Мохаммед Сала. Номер 9, Роберто Фермино. И номер 10, Садио Мане. Состав команды гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Состав команды гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Так что в некотором роде не стадион появился для клуба, а клуб для стадиона. Хендерсон. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Бернли атакует флангом и можно убежать через свободную зону. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Александр Арнольд. Фабио Таварес. Садио Мане. Роберто Фермино. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. И буквально подарил мяч. Нужно выходить вперед. Бей! Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Ну что ж творится-то сегодня с обороной, а? Ну, я бы тут не стал сильно ругать защитника, просто нападающий сыграл идеально. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Один-ноль сейчас будет.